Всем привет, уважаемые зрители! Иногда, когда из вашей жизни уходит женщина, она может забрать не только вашу квартиру, но и вашу жизнь. Так произошло и в данном конкретном случае. Недавно в СМИ просочилась новая информация касательно расследования смерти известного российского хип-хоп-исполнителя Энди Картрайта, которого расчленила его собственная супруга Марина Кохол. Сейчас женщина находится под стражей, как главная подозреваемая в убийстве рэпера. Сама же вдова уверяла, музыкант умер от передозировки наркотиков. А справиться с телом покойного она решила, чтобы скрыть причину бесславной смерти супруга. По словам Марины, она собиралась избавиться от тела рэпера и рассказать всем о его загадочном исчезновении. Женщина считала, поклонники не должны знать, что их кумир был наркозависимым. Однако друзья артиста отрицали слова вдовы, мол, она попросту ищет себе обычные банальные алиби. Сегодня же выяснилось, что в организме покойного действительно находились психотропные вещества. Эксперты обнаружили следы прижизненного укола, который мог быть инъекцией наркотиков. Следы запрещенных препаратов нашли и в волосах музыканта. Большой привет всем, кто говорил, что он не употреблял, прокомментировал ситуацию адвокат жены погибшего. А вот представитель семьи покойного уверен, что новые данные, напротив, помогут доказать виновность Марины. Ранее заявлялось, что женщина приобретала незадолго до трагедии некие вещества, а также ножовку. В экспертизе написано, что наличие такой прижизненной раны не исключает возможности введения какого-либо сильнодействующего токсического вещества, которое могло привести к смерти. А насчет положительного теста в наркотиках в волосах, так это значит, что он, если употреблял, то где-нибудь месяц назад, или даже больше, сказал адвокат семьи погибшего. Напомню, что следователи рассматривают версию расправы над Энди из-за неверности. Марина узнала о тайных встречах мужа с любовницей и могла попросту ему отомстить. Тайная пассия Картрайта также рассказывала, что рэпер не мог уйти из семьи, потому что жена шантажировала его их общим ребенком. Уважаемые зрители, а вы помните такого исполнителя, как Энди Картрайт? На чьей стороне вы в данной истории? Напишите свой ответ в комментариях.